День добрый, друзья! Сегодня я расскажу вам о петлях 3X, что это такое и как их использовать. Друзья мне прислали с Питера, ссылочка будет внизу в описании. Ребята занимаются, делают петли 3X, делают сэндбэги достаточно в низкой ценовой политике, поэтому покажу, что это такое, что идет в комплекте. Народ ходит, на меня смотрит, как я сам с собой разговариваю. Так. Идет, получается, длинная лямка, которая крепится где-нибудь наверху. Идет короткая лямка. Короткая лямка для двери. Можно зажимать в дверь и использовать, получается, вот так вот. Здесь цепляются сами петли. Так, вот две лямки. Сумка маленькая причем. Ну и сами петли. Вот так они выглядят. Сейчас покажу, как они крепятся и как их использовать. А у нас новый гость, это спортивный дед. Высота регулируется вот этими лямками. И здесь высота регулируется. Ну, сейчас он разъяснит вам, покажет что и зачем, какие упражнения. А я посмотрю, как это все будет выглядеть. Давай, показывай. Вот хват. Можно делать как и жим, а можно делать развод. Ну, примерное упражнение. Чем дальше вы отходите ногами, тем тяжелее вам встает. Обязательно, чтобы петли двигались выше плеча, чтобы не касались. Так. Следующее упражнение на спину покажу. Прикольные петли, прикольные. Я, наверное, себе такие же приобрету обязательно. Ну, показывать, получается, петли можно делать все упражнения, я как посмотрел, вне зависимости, где дома или на улице, или с собой брать, в разные мероприятия там, на отдых. Поэтому заказывайте у ребят. Ну и все. Пока. Упражнение на бицепс.
достаточно хорошо нагружает петли. Посмотрите. Скрипят, как со скрипом ботиночки. Следующее упражнение идет французский жим. Достаточно хорошо растягивает трицепс. Вот посмотрите, как растянул, сжал. Растянул, сжал. Одно упражнение, оно лайтовое, конечно, для ног. Ну, в зависимости, если вы вот смотрите на одной ноге, попробуйте поприседать, и ногу дальше ставите, то нагружаются больше квадрицепсы. Если ближе к себе, то больше нагружаются бицепс бедра и ягодицы. Попробуйте. Пресс — очень хорошее упражнение на TRX. Я, наверное, наиболее качественно, хорошо чувствую вот именно упражнение, когда на TRX делаю. Просто пресс аж горит. Вот посмотрите, как это делается. Ноги подтягиваете ближе, получается, к поясу. Вот сейчас именно. Ближе к поясу скручивается пресс достаточно очень хорошо. Опять же, есть другие вспомогательные упражнения, вот такие, как на косые мышцы и бока хватают. Вот такие вот упражнения можно делать с этими прикольными петлями. Так что переходите по ссылке внизу. Ребята с Питера, привет, особенно Тимуру. Ссылка будет в описании внизу. Различные вариации упражнений можно делать. Можно самому как-то дополнять что-то, придумывать. Очень много вариаций. Я сейчас вам все полностью не расскажу, я просто покажу вам основные упражнения. Ну вот и все, друзья. Спасибо вам. С вами был спортивный дед и какой-то незнакомец. Всем спасибо. Всем пока.